В Ленинском районе затопило памятник участникам войны. В поселке Жасмины уже несколько месяцев не ликвидируют последствия коммунальной аварии. По словам местных жителей, вода течет постоянно. Она заливает проезжую часть, автомобили разбрызгивают воду по округе. В результате потопило двор местной школы и памятник участникам Великой Отечественной войны, который располагается на территории учебного учреждения. Просто-напросто прикрыли, не ремонтируя ничего. Это уже течет несколько месяцев. Машины, проезжая, размывают, и все течет под школу, течет к памятнику.